На трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург с сегодняшнего дня начали тестировать оборудование по взиманию платы за проезд. Правда, не на всей дороге, а лишь на ее участке – от МКАДа до Солнечногорска. Платить автовладельцам пока не нужно. Единственное, что требуется – это совершить две остановки – перед шлагбаумами на пункте выдачи талона и пункте взимания платы. Всего на участке 15-58 километров будут расположены 6 пунктов выдачи талонов и 6 пунктов взимания платы. Как неоднократно уже сообщалось в прессе, расставаться с энным количеством рублей за проезд от Москвы до Солнечногорска россияне могут уже в конце ноября этого года. Тарифы на стадии расчета. Платная трасса М-11 должна существенно разгрузить Ленинградское шоссе. Во всяком случае, таковы надежды жителей Химок, которые нередко проводят время в пробках.